Привет, друзья! Вы в Нидерландах с Анной и Франком. И мы рады показать вам, вот, смотрите, какие красивые пушистые колоски. Колышет ветер их, прям волнами, как в море колышется. Не знаю, пшеница это или какой-то другой злак, напишите, если знаете. Вот такие колоски. Примерно, я думаю, что где-то около метра. Такое поле. Красота. Сейчас конец мая. Вот так выглядит это поле. Вот я даже спустилась сюда от дороги. Специально вам показать. Вот смотрите, какие колоски. Да, где-то примерно до метра. Вот так, где-то около метра 80 сантиметров. Птички поют, тишина. Всем добра, благополучия, мирного неба и густой колосистой пшеницы на полях и хорошего настроения. До новых встреч, до новых видео. Оставайтесь с нами и увидим еще много всего интересного. Пока-пока.